Про то, как еще недавно выглядела дитячая консультация, теперь нагадывают только фотоздымки. Отделение переутворилось литерально за месяц. 150 тысяч евро пошло на материалы, а вось робили все своими силами. На будовле працавали итальянские волонтеры, доброохотники из Витебской области, Минску. Да помогали работники организации Славгородского района. Особенность нашей работы, нашего проекта в том, что мы делаем все новое, полностью. Мы устанавливаем новую электрику, абсолютно новую, заменяем все старое. Полностью сантехническое оборудование, начиная с труб и заканчивая кранами, должно быть все новое. Уже 19 лет я приезжаю на эти работы. Мы едем сюда с душой всегда. Мы очень рады всегда сюда приезжать, потому что мы знаем, что мы любим работать. Мы знаем, что мы работаем хорошо. Мы знаем, что в результате все получится. Славгородская районная больница обслуживает 2932 дитяти. Обновленная консультация – это сучасное отделение. Например, для планового огляду обсталевали навод кабинет здорового дитяти. Да и чекать приему теперь не так сумно. Для маленьких наведвальников зарабили гульнявый покой. Рисунки все новые. Красиво здесь, да? Не страшно в такую поликлинику ходить? Нет, наоборот, лучше. Весело играть, там игровая есть. Здесь ярко, красиво и игрушек много. Безусловно, станет удобнее работать, потому что будет оснащено отделение и мебелью, и предметами медицинского назначения, и необходимыми оборудованием для того, чтобы ребенка можно было и распеленать, и посмотреть в комфортных условиях. Доброчинный фонд «Да поможем им жить» дейничает 25 годов. Для реализации этого проекта итальянский фонд, Славгородский райвыканкам и больница заключили отповедное погоднение и взяли на себе пэвные обовязки. До речи, это уже не первый опыт суместной працы. До гэтуль тут адрамонтовали залу ЛФК и педиатричное отделение. Детское отделение мы уже видим, что работает, что функционирует. Мы очень этим довольны. Но хотим еще подождать и посмотреть, как будет работать это. И в случае необходимости, если нам будет к нам обратятся, мы будем рассматривать и можем помочь и в будущем. Меркуется, что первых наведвальников дитячая консультация примет на проконцы кастрычника. Тут завершается установка мебли и обсталявания. Алина Соловьева, Виталий Алексеенко, новины региона.